бы флот, а гавани найдутся, сказал Петр I. И первая петербургская гавань возникла у деревянного домика царя-реформатора, который за три майских дня 1703 года построили солдаты Семеновского полка. На картине художника Андрея Троня «Санкт-Петербург. Первые годы» историческая реконструкция зарождающейся столицы. Петропавловская крепость еще деревянно-земляная. В камень она начнет одеваться лишь с 1706 года. На месте будущей Троицкой площади трактир, или по-тогдашнему аустерия, где первые петербуржцы могли попробовать новомодный напиток кофе. Рядом с аустерией появился и гостиный двор, поначалу просто торговые ряды. Первые наземные купцы из Голландии пришли в новый город уже в ноябре 1703 года. Флот же с первых дней Петербурга строился на Адмиралтейских верфях. Три года спустя на воду сошел первый корабль, построенный в Петербурге, и отправился оборонять крепость Кронштадт, запиравшую шведов вход в устье Невы.